Начнем с информации о происшествии в Братске, которое едва не обернулось настоящей трагедией. Там на площади перед местным дворцом искусств резко начал сдуваться батут, на котором прыгали дети. Дело было вечером, когда на аттракционе собралось немало малышей. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря реакции родителей. Они заметили, что батут стремительно стал менять форму и бросились вытаскивать ребят, на которых начали опускаться сдувающиеся части аттракциона. В итоге дети и их родители отделались только испугом. Как выяснилось позднее, в генераторе, который питает воздушную пушку, закончился бензин. Он сдулся где-то за 2-3 минуты. Потому что мы уже, когда детей вытащили, я уже коленями находился на бетонном покрытии. Риск был, то, что хорошо, что детей не было на самой большой горке. А так бы не знаю, что бы произошло. Травмы 100% были бы. Как бы хорошо мы спохватились, да, с отцом, с одним ребенком и начали эвакуировать.